В нашей стране совершенствуется налоговое законодательство путем снижения налогового бремени субъектов предпринимательства. Так, организациям, имеющим национальное или инвестиционное значение, предоставляются льготы, в том числе и по налогам. Благодаря реализуемым мерам поддержки бизнес-сектора со стороны государства, приток прямых иностранных инвестиций в Кыргызстане увеличивается уверенно. Каждый инвестор может пользоваться всеми существующими в Кыргызской республике возможностями и активно вкладывать инвестиции. Настало время открыть новую страницу наших взаимоотношений, нацеленных на конечный результат и созидание.